Об углублении финансового сотрудничества с Китаем речь шла в индустриальном парке «Великий камень». Специальные условия для обслуживания компаний и резидентов разработал Беларусьбанк. Сегодня подписано соглашение. В «Великом камне» 60 компаний, на которые и распространяются выгодные тарифы расчетно-кассового обслуживания. Их работу упростят лояльные условия для открытия счетов, зарплатных проектов, а также осуществление банковских переводов в белорусских рублях и иностранной валюте. Уже полтора года в «Великом камне» работает отделение Беларусьбанка, сотрудники которого готовы проконсультировать и осуществить все необходимые международные операции. Сегодня более 40% резидентов китайского парка сегодня уже обслуживается в Беларусьбанке. Мы, безусловно, создаем комфортные, хорошие условия для обслуживания. Мы первые, кто пришел в индустриальный парк, мы открыли свое подразделение. Сегодня мы работаем над тем, чтобы подобрать индивидуальных менеджеров со знанием китайского языка, которые будут работать индивидуально с каждым резидентом «Великого камня». За 5 лет индустриальный парк достиг серьезных успехов. Выросло число резидентов, и объем инвестиций составил почти $1,5 миллиарда. Мы начинаем активное развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. Поэтому углубление связей с финансовым учреждением очень важно для нас и однозначно укрепит сотрудничество между Китаем и Беларусью. За 5 лет Беларусьбанк привлек китайских кредитов почти на $2 миллиарда. При этом немаловажна поддержка финансового института при создании инфраструктуры индустриального парка. На китайском рынке Беларусьбанк активно работает уже более 10 лет, а постоянное представительство в Пекине способствует расширению контактов и финансированию белорусско-китайских инвестиционных проектов.